Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на концерте детской сухоточкой музыкальной школы. Юные таланты и их старшие поклонники. Дети на сцене, родители в зале. Да, пусть немного, но атмосфера уюта и тепла, конечно же, присутствует. И ответственности, ведь в этот день воспитанникам Суходольской детской музыкальной школы нужно было показать все свое мастерство. В Сергиевске прошел концерт в рамках проекта «Дети детям» с участием молодых артистов. Со сцены неслись завораживающие звуки фортепиано. Я не волнуюсь перед выступлениями. Я сразу настроен на то, что нужно показать зрителям все и до конца полностью. Мне всегда нравились звуки фортепиано, всегда нравилась фортепианная музыка. Я с детства ее любил и любил слушать. И вообще у меня с детства очень хорошо получалось что-то самому сочинять. Поэтому я, в принципе, пошел на фортепиано, выбрал именно этот факультет. Даниил Беспалов обучается игре на фортепиано уже 8-й год. В этот день исполнил 2 композиции, сорвал порцию аплодисментов. Как, впрочем, и другие участники концерта. Всего в этот день на сцену поднимались 10 воспитанников фортепианного отделения, а также отделения народных инструментов. Стоит отметить, что в РДК «Дружба» суходольские таланты выступали впервые. В первую очередь хотим выразить благодарность районному Дому культуры, что они предоставили нам площадку. И это, во-первых, для наших детей – свою тренировка, то есть большая сцена. Вот золото, хорошо, и родители деньги зашибают, и красавчик. Зрители увидели в этот вечер настоящий спектакль. Учебный коллектив «Сухой дол» театрального отделения представил свою постановку. Сегодня мы представляем спектакль «Детки из клетки». На самом деле он очень эмоционально тяжелый. Там рассказывается о буллинге девочки, которая была не такой, как все, была очень жизнерадостной. Из-за этого ее не любили. Маргарита, наша классная, попросила Рыжую отвезти меня в класс. Мы шли по школьному коридору, и я всю дорогу пыталась с ней подружиться. А Рыжая просто давилась от хохота. Даже вот просто нахождение на сцене, от того, что ты там находишься, это игра, когда ты можешь погружаться в другие роли, и это так необыкновенно, вдохновляет очень. Игра ребят никого не оставила равнодушным, а происходящее на сцене заставляло порой и задумываться. Настолько действо было эмоциональным. По словам педагогов Суходольской детской музыкальной школы, проект «Дети детям» обязательно будет представлен и на других площадках. Дмитрий Сурков, ТРК «Радуга-3», Сергиевский район. А мы тебя перехитрим, копилочку отнимем. Димка!